Сейчас же вернемся к рассказу о центральных событиях дня. Больше 1500 квадратных метров складских помещений горели сегодня в поселке Марково. Начался пожар с крыши. На складе хранилось около 70 газовых баллонов. Их успели вовремя эвакуировать. Возможно, причиной возгорания стали ремонтные работы в помещении или неосторожное обращение с огнем, а сильный ветер раздул пожар. Его тушение осложнялось тем, что в поселке Марково нет ни одного пожарного гидранта, а воду приходилось возить с Иркутска. Пожарным потребовалось около 4 часов на тушение огня. Никто не пострадал. Кровля здания уничтожена полностью, остальной ущерб подсчитывается.